Всем привет, ребята! Вы вновь на канале Ящеры Прыткачи. И в этом видео я расскажу, что стало с прыткими ящерицами. Ну, а в принципе, и Эльфари тоже мы что-то забыли. Мы не будем медлить и погнали! Ну и начнем мы со спячки прытких ящериц. Ну, так как сейчас осень, поэтому их пора ложить в спячку. Ну, а сейчас они уже спят в тепленьком мхе. Правда, при плюс 7 градусов. Но грустная новость, что погиб самец прыткой ящерицы. Ну и опять хорошая новость, что у меня появился пятнистый эоблифар. Это девочка, и назвал я ее Луна. Здесь на видео она улыбается вам, подписчикам. Еще что о ней, ей всего 2 годика. И она появилась у меня на прошлой неделе. Наше видео подходит к концу. Всем пока! Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И заходите на канал по ссылке в описании. Там еще один мой канал.